сейчас. И все вместе поздравляем мам, каждый свою. А вы нет мамы, да. Мама, да. Может, и нет. Ну, бабушку тоже была мама. Да. Все, звоните. Привет, мама. Я потом покажу тебе фото. Алло, мамулечка? Да, любимая, большой компания. Раз. Привет, бабушка. Мама, поздравляю тебя. Ой, так трудно, но мы набирали. Все, целуем, обнимаем. Да, мамульчика, все, с днем мамочки. Все, целуем, целуем. Все улыбаемся, прекрасный день. Показывай все класс. Все нормально? Видно? Егор, давай. Улыбайся. Огромное спасибо вам. Что вы можете рассказать о празднике? Вообще, или отшка? Вообще это замечательный праздник, я считаю, что благодаря ему люди все вспоминают, что надо поздравить маму, как ни крути, мама это у нас, я даже не знаю, нет слов, что такая мама, да, потому что это самый сильный человек, как бы, она дарит жизнь, да, дарит нам жизнь. Вот, и благодаря как бы, этому празднику, что люди все-таки еще вспоминают своих мам, бабушек как бы, и поздравляют их. Кому пришла идея такого флешмоба? Конечно же, моей жене. Она же мама. И у нас что у всех... вы именно о флешмобе можете сказать? Флешмоб мне очень нравится, потому что это как бы спонтанность, которая быстро все организовывается на короткое время, не затягивается это все. И всякие такие интересные фишечки делают. Это очень интересное направление. Планируете ли вы провести во второй раз такой? Я думаю, да. Это интересно. Мы планируем не только второй раз провести, мы планируем проводить много разных флешмобов. Просто в данный момент очень замечательный праздник, международный праздник День Матери. И нам хотелось
чтобы многие люди, которые забывают об этом празднике или не знают о нем, чтобы они узнали и поздравили свою маму. Спасибо. Спасибо. Маму с днем матери. Конечно, поздравили. Откуда узнали о такой акции? Вообще в интернете прочитал. А послезавтра еще и день семьи. Маму с днем матери. Да. А как именно? Ну, пожелаю счастья, здоровья. Она сейчас твою камеру. Есть, есть. Поздравили вы свою маму? Сейчас. Коль, что можешь ты рассказать о празднике? Что вы закатываете глаза? Ждали вас дети или внуки? Внук меня поздравил, и внучка с правнучкой поздравили с праздником и пожелали здоровья, благополучия и всего-всего самого хорошего. Что вы можете рассказать об этом празднике? Это праздник, международный праздник у мамы, а мама – это самый дорогой человек в жизни, который из первого дня и до последнего дня своей жизни заботится о детях, беспокоится о них, помогает. Это и моральная, и духовная, и материальная поддержка для своих детей. Это человек самый главный в жизни каждого, кто мама. И всегда мы должны их ценить, помнить, любить и уважать. А откуда вы узнали об этой акции? Об этой акции я узнала из сайта общественной организации «Родис». Спасибо.